Блин, я не смогу его понять. В большинстве, скажем так. Чё это такое? Я живу в Лос-Анджелесе. Сколько же в этой фразе пафоса и надменности? А я живу в Нью-Йорке. А сколько в этой фразе пафосности, надменности, чести, крутости? Но что это значит на самом деле? Каково это ощущается? Охуенно. Понятное дело, что замечательно и клево. Это же самый известный город на Земле, которому спет не один десяток. Чё ты пиздишь, блядь, алё? На фоне хромакея стоит. В куртке, говорит, в LA. Ага. Так от фильмах и музыки. Или он реально там? Устану перечислять, да и быть плохо в нем просто не может. Вероятно, именно так ты и считаешь, как и любой другой человек, который тут никогда не бывал. Ну что же, спешу тебя заверить, что да, это действительно так. Но в то же время совершенно иначе от того, как это представляешь себе ты. За 3 выпуска travel-блога я понял одну вещь. Рассказать и показать, какой город на самом деле, это просто невозможно, потому что его надо прочувствовать. А не, он там все-таки реально был похож. А еще я не хотел начинать этот ролик с дифирамбов, но ты только вдумайся. В этом городе гармонично умещается просто какое-то неисчисляемое количество вселенных фильмов. Начиная с бесконечных повседневных сериалов, ситкомов и сюжетов про любовь, до фантастических миров, которые можно точно воссоздать именно благодаря природе Калифорнии. Природа красивая везде. Да, конечно, друг, спору нет, но ты только представь себе, как бы выглядели голливудские фильмы, если бы их снимали в России. И таких примеров можно накидать целую кучу. И, по-моему, вот уже как минимум этот факт достаточно явно показывает, что город этот, ну, как минимум, уникальный. Я прожил тут 4,5 месяца. Знаю, я бы лучше поиграл, знаете. Да. Спасибо. Пожалуйста, Куплинов. Вот GTA 5, например, там LA. А я бы лучше поиграл в GTA, где была бы Москва. Я вот мечтаю, чтобы сделали GTA с городом, вот, например... Москва, а чё охуенно? Или Петербург? Hey! Моды? Да это ж херня, всё, господи. С VPN-ом и Донателло не нужна. Алекс Вульф, ну да, спасибо за $5. Вот, это всё дичь. Реально дичь. Именно полноценная игра от Rockstar Games. И вот это вот, да. Там моды васянские, ну вот именно. И сейчас за одну неделю мы с тобой попытаемся его прочувствовать. Да, поэтому не будем же терять ни минуты, погнали! И вот чтобы вы понимали, ради этого ракурса мне пришлось проснуться в 4:20. Ведь иначе я бы просто застрял в дороге. Но в любом случае красиво отснять, как я еду тапкой в пол, не получится. В Лос-Анджелесе очень много пробок. Да и дороги на самом деле тоже так себе. Но правды ради, оставить свою подвеску в одной из ям получится вряд ли. А пробки не подразумевают того, что ты просто стоишь на месте. Нет. Иногда в них еще бывает и весело. В пробках Лос-Анджелеса ты двигаешься буквально все время. Причем не просто подсовываешь свою машину на 1.5 метра каждые 5 секунд, а буквально так нормально двигаешься. Вот это сейчас, чтобы вы понимали, мы, собственно, стоим в пробке. 30 миль в час. И это все равно считается пробкой. Но почему? Да потому что это не GTA, где ты за одну минуту можешь доехать от дома Майкла до дома Франклина. В реальной жизни этот город будто бы взяли, знаешь, так и растянули, как видос с Путиным, где он идет широкий. Поэтому со скоростью в 30 миль в час, за час ты как раз доберешься до другого конца карты. Ну а эти длиннющие километровые пробки на 4 полосы в одну сторону хоть и выглядят с дрона, будто бы произошел Армагеддон, но на самом деле не все так плохо. И кстати, интересно, что за те несколько минут, когда я остановился у обочины, чтобы полетать на дроне, ко мне сразу же подъехал эвакуатор. Вот это я называю сервис. Хорошо, хоть не полиция. Ну а пока почти что стоим, расскажу тебе об этом городе базу.
Полное поэтичное название города El Pueblo de Nuestra Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles. И настолько же здесь поэтичная и погода. В Лос-Анджелесе сухой, теплый и приятный климат. И здешние плюс 30 летом ощущаются вовсе не так, как в твоем городе. То есть, по факту, когда у тебя плюс 30 на улице, то мокрые подмышки тебе неприятны и хочется просто спрятаться и умереть под кондиционером. Тут же такого нет. Тебе, наоборот, хочется гулять и наслаждаться здешними красотами. Потому что с одной стороны тут океан, а с другой пустыня. Поэтому и климат тут сухой и приятный. И даже высокие цены здесь называют налогом на погоду. А забегая немного вперед, скажу, что цены тут и вправду охуевшие. Но об этом немного позже. Так вот, ни в одном другом месте мира ты не можешь в один и тот же день сначала посерфить и полежать себе почилить на пляже, а затем через час езды уже кататься на сноуборде или отправиться на хайкинг. И все это в одно и то же время года, понимаешь? Круглый год здесь тебе доступны любые экзотические фрукты и овощи. Ананасы, киви, манго, дыни, арбузы и мандарины. Но мало того, что они просто есть, так ты себе сейчас еще представь, что и вкус их раз эдак в 100 насыщеннее и контрастнее. Помнишь, что я говорил про дифирамбы этому городу? Не буду. Ну а мы тем временем подъезжаем к Санта-Монике. Это... Короче, надо приезжать туда. Один из самых попсовых и самых туристических районов города. Но я тут не для того, чтобы снова показать... Уже поздно. Уже не перееду. ...вам то, что вы и так уже видели сотню раз. Мы же тут исключительно для того, чтобы посмотреть на океан и заодно затестить, упрусь ли я в невидимую стенку на пределе. Почему? Потому что несколько дней назад прошел ровно год, как я живу в этой квартире, в которой я сейчас нахожусь. А позавчера мы подписали договор новый на еще один год. Когда ты здесь подписываешь договор аренды на год, ты обязан жить здесь год. И все. И все, мы не можем отсюда уехать теперь еще год. Так что живем дальше. В Нью-Йорке, блядь. Но через год уже, да. Но как бы не успели переехать, потому что грин-карта была получена вот примерно в тот промежуток времени, когда уже надо было продлевать эту квартиру. Просто не хватило бы времени переехать. Ни времени, да и средств в том числе. Самая главная проблема, я уже говорил, Буба. Если б не Буба, блядь, тогда похуй, можно было бы переехать легко. Но с ней я не знаю, что делать. Или карты. В этой версии игры разработчики изрядно прокачали эту гребаную стену, и бежать глубже уже не получится. Блин, она чертовски холодная, и кто меня сейчас осуждает, не надо. Я по-настоящему уже бегу на Гавайи. Ну а главное место тут это, конечно же, пирс Санта-Моники. Да, банально, согласен, но уж слишком много кадров этого места я снял, чтобы просто так взять их и вырезать. На этом пирсе есть мини-парк развлечений. Но мы там были, мы там стримили. Колесом обозрения, которое питается солнечной энергией и другими американскими горками. О, а мы здесь ходили, да. Hey, how are you, man? Good. This is my album here. Ой, блять. Их там просто целая куча вот этих вот диск. Блять, они диски продают, серьезно. Не, они как бы тебе такие говорят: вот возьми диск, это мой этот альбом, блять. Ты его берешь такой? А, спасибо. Он такой: не-не-не, 10 баксов. Дай 10 баксов, дай денег. Сначала говорит, просто возьми, а когда берешь, он начинает все деньги требовать. Типа как благотворительность.
I'm out of San Fran. Can you help out? I actually don't have any cash with me, but maybe you'll have some good promotion. Yeah, go by Black Nate. Look for me. Good, good. Nice G-Shock. I'm trying, man. Sure. Ну и, кстати, закаты Лос-Анджелеса. Это вообще тема отдельного выпуска. Небо окрашивается в такой, знаешь, оранжево-розовый цвет, в котором тебе просто хочется утонуть. Тебе хочется в нем реально залипнуть и смотреть в бесконечность. Да чего уж там, в Лос-Анджелесе даже чайки каждый вечер собираются вместе, чтобы насладиться этим закатом и распилить твой миноход. А если получится поймать его на фоне пальмы, так это вообще сказка. И все это на трезвую голову. А я, если что, напоминаю, что тут легалайз. Рядом с Санта-Моникой у нас район Венес. И, пожалуй, нет, по моему Венес. Скромному мнению... Ой, мы там тоже были. Гуляли тогда, помню. Это самое атмосферное место этого города. Вот идешь ты вдоль таких домов и прям ждешь, что сейчас увидишь отель Ocean View из Vice City. И где-то из-за угла выглянет сучий предатель Лэнс. Тут тебе и хорошо знакомый скейт-парк, в котором ты мог гонять в Тони Хока. И дом Хэнка Муди из Californication. Здесь же и гигантская граффити Цоя. Ой, то есть, простите, Джимми Моррисона. В общем, в целом тут всегда атмосфера расслабона. Все вокруг на стиле, и в воздухе прям витает какой-то вайб гедонизма и раскайфовки. Давай ты лучше в Скидру съезди. В даунтауне. Покажи там вайб. Кто? Я, блядь. А буквально в трех минутах ходьбы не менее атмосферные каналы, но уже, знаешь, с таким более романтическим оттенком этого слова. Лоялся корабль. Дедуля наслаждается своим венецким прогулкой на Rolls-Royce. В общем, если постараться, да, такой в принципе, машине, можно другие и не стараться, слушать. В Лос-Анджелесе можно найти все. И вот именно это вот diversity, это многообразие и привлекает меня в жизни в Америке. И проявляется оно во всем. Тут тебе и граффити-арты буквально на каждом шагу. Причем сделанные, как в России, в стиле рекламы наркошопов. И талантливейшие биполярные бомжи-наркоманы, которые вечно куда-то идут со своими телегами. И начисто вылизанные спальные районы, в которых все тихо и спокойно. И дистрикты с пафосными магазинами и дорогущими спорткарами. И за гречкой, если соскучишься, ее тоже сможешь купить в продовольственном магазине. Правда, вот придется раскошелиться аж на целых 12 баксов за пачку. Но ничего, зато всегда есть наличие. И магазинчик, где буханка хлеба стоит 25 баксов, и куда на продуктовый шопинг ходят знаменитости. 5 печенек за 7 баксов, желаете? И полицейские погони по городу со съемками с вертолета в прямом эфире. Типичный день в Лос-Анджелесе. Нормально. И улица, где средь бела дня по улицам ходят проститутки и себя предлагают. Hey girls, are you working? Короче, тут есть все. А теперь поехали к Майклу. И живет он у нас в Беверли-Хиллз. Многие считают, что Беверли-Хиллз и Голливуд — это лакшери. Но лакшери из них двоих только Беверли-Хиллз. Голливуд, можно сказать, это обычный грязный район Лос-Анджелеса. Гуляешь по нему и наслаждаешься себе прекрасным запахом. Один отрезок бомжей, другой отрезок санин. Голливуд — это холмы с домами миллионеров, где мы Новый год праздновали. А это аллея славы
Он немного попутал. Ну ладно. Третий отрезок Рихуанны. Иногда все это комбинировано. Да, тут есть Голливудская аллея славы. И простирается она на несколько километров. Мерлоу. И даже заходит в переулки, где никто особо-то и не ходит. Так что это уже воспринимается просто как какая-то плитка со звездочками, не более. Вообще, Лос-Анджелес это... Аллея славы в Голливуде так-то. Да, но это же не та улица, где люди живут. Живут-то они на холмах голливудских. И вот тот уже настоящий Голливуд, где богатый район. Скопление разных... А это просто улица для туристов. ...городов в одном. Переходишь одну улицу, и все, совсем другая атмосфера. Перешел дорогу в Литл Токио. Прошел пару кварталов в Литл Раша. И все они отличаются не только названием, но и кухней, культурой, разными NPC, прошу прощения, жителями и всем таким прочим. Вот Беверли-Хиллз, например, выглядит как один большой московский ЦУМ. И тут все вокруг, даже пальмы и стены как бы кричат: «Смотрите, у нас есть деньги, а у тебя нет». Или, по крайней мере, это так они кричат мне. Не знаю, как другим, наверное, норм. Hey, how much should you do to live here in California? 150 тысяч, ебать. На Беверли-Хиллз. Что-то даже мало как. How much do you make per year? It's four figures, six figures. Six figures probably, but thanks. 2 миллиона. Yeah. Mind if I ask you, what do you do for a living? You look great. I'm an international student. I don't do anything for living. I'm just in school full time. Okay, so your profession is sun. Is that right? Something like that. Perfect. It's a good job. Right, I would say it's the best one. Okay, thank you. Мелочь. Do you mind if I ask you how much do you do? Like with this? Excuse me, that's none of your business. You need to go on down your... Чё, бля, сначала деньги просят, потом как в стиле Артёма Вульфа эти бабки, блядь, в магазинах. Камеру бери, бля. В Лос-Анджелесе даже есть отдельный вид городских экскурсий, когда тебя возят на автобусе и показывают, где тут живут знаменитости. О, но ты меня не жди, что где-то на полемике у своего дома у открытых ворот будет сидеть Генри Кавилл или Джастин Бибер и махать тебе ручкой. Ня. What's the price? Sure. Normally 50, okay? I'm doing super kid prices, which is just 30. Uh-huh. You guys watching Spice? Russian spice? Yeah. What you mean? I did not. I'm playing. Spice? Yeah. Spice like drug? Huh? Like... No, I'm just kidding, bro. I'm just kidding. It's just a joke. Joke. All the girls that I meet, that's the Russian spice. Yeah. Девушки, вы в России, вы обожаете спайс? А вот и тот самый дом Майкла из GTA в реальной жизни. Есть у меня с ним одно незаконченное, так сказать, дело, поэтому я сейчас пойду ему позвоню, и мы с ним поговоримся. Договоримся, то есть... Алло? Hey, Michael, it's Crumpling. Я выхожу из игры, друг, я устал. Это последнее дело, и реально, я устал от этих миссий. Ох уж эти бандитские будни. Короче, у меня есть 6 часов для того, реклама? Чтобы обналичить крипту. Сделать это очень важно анонимно и не привлекая внимания. Поэтому знаю я тут, собственно, одно местечко. Погнали. Пошли. Подожди, чей дом был? Постоянно одно и то же. Это был фэк? Но... В общем, я иду. Меня, если через 15 минут не будет, ты знаешь, что делать. Дверь открой, я тут стою мёрзну. Ты чего, блин, не слышишь? Что 5 минут стою возле тебя, не слышно, блин. Короче, это интеграция, скипаем нахуй. Тем временем кушать пончики, пока не остыли. И это все еще реклама. Ну и главное, на что тут стоит посмотреть, и никакой телескоп не нужен, это, конечно же, знаменитейшая надпись «Голливуд». Изначально на знаке было написано не «Голливуд», а «Голливудленд». И нужен он был для рекламы новых жилых кварталов на холмах.
Представь, что рекламная растяжка Чебуречной стала бы символом твоего города. Ее реставрировали бы несколько десятков лет, хотя ставили всего-то на полтора года. Кстати, летом этой надписи стукнет ровно 100 лет. Конечно же, буквы, которые ставили на годик-полтора, не были рассчитаны на то, что будут стоять 100 лет. Время их не щадило, но было 9 спонсоров по числу букв, которые пожертвовали по 28 тысяч долларов на их реставрацию. Че, бля? Были с этими буквами и другие прикольные случаи. Например, когда после легалайза марихуаны в медицинских целях в 1976 году две буквы O переделали в I, и Голливуд превратился в Holy Weed, что означает как бы «святая марихуана». А в 2017 году, когда траву в некоторых штатах разрешили курить всем совершеннолетним, этот перформанс кто-то повторил. Легалайзом тут пользуются вовсю, и ганджу ты можешь спокойно купить вот в таких вот специализированных магазинах, а можно взять и уже готовый закрученный косячок в автомате. И бизнес этот явно не убыточный, потому что спрос не маленький. Do you smoke marijuana? Yeah. And what do you think about that? Lovely. Lovely, you like it? Lovely. No, it's California, LA. Do you think legalize is a good thing in California? Yeah, we have to. Nobody should be smoking it's that. It's medicine. It's only, Да, это лекарство. А вот последствия этого лекарства, ребят, обратите внимание. Вот такими станете, если будете траву курить. Oh, you don't do it every fucking day. Yeah. Get the fuck out of here. Thank you, sir. Yeah, what do you think about legalize? Is it a good thing in California? I see you smoking. Is it marijuana? Do you enjoy it? You think it's a good thing in here in California to have legalized it? That's it? Maybe you got something more to say? Ну а наша миссия продолжается, и едем мы к СиДжею на Грув-стрит, а находится он в Комптоне. О, а я здесь тоже стримил, кстати, да, у меня был отсюда стрим. Все у Комптона как у Детройта, если еще не похлеще. Это настоящий гэнгста парадайз. Ну, по крайней мере, опять-таки, судя по репутации. Историй много, произошли они давно и теперь тут поспокойнее. Но именно что поспокойнее, а не спокойно совсем. Знаешь, афроамериканские районы в LA — это как закаты. Тоже тема отдельного ролика. Сейчас это уже затихло, но раньше было такое явление, как блокбастер, что переводится как взрыв района. И нет, черные не стреляли из РПГ по домам белых. Хотя тоже звучит как убедительная версия. Риэлторы сделали так, чтобы белые жители массово покидали свои кварталы, а пользовались они для этого старой доброй боязнью белого населения перед чернокожими жителями. Схема следующая. Покупался дом в белом районе и продавался афроамериканской семье. Но казалось бы, что такого? Одна-две темнокожих семьи особо погоды не сделает. Тем более, раз у них есть деньги, чтобы купить дом не в самом плохом районе, вряд ли они будут курить крэк на ступеньках и отбирать велосипеды у белых детишек. Поэтому риэлторы создавали видимость того, что район превращается в гетто. Они нанимали чернокожих мам с других районов гулять здесь с колясками и платили черным парням, чтобы те гоняли ночью на своих пердящих машинах, громко ржали и читали рэп. А может, даже и не приходилось платить? А еще просили звонить ночью и кричать что-то в трубку афроамериканскими голосами. Короче, поддерживали имидж района, который превращается в криминальное место. Когда кто-то из белых продавал дом, разумеется, по существенно сниженной цене, туда сразу же заселяли черных. А черным, соответственно, продавали дома дороже, потому что, ну, это хороший белый квартал. Так постепенно район становился афроамериканским. Это и называлось взломом района. И на самом деле такую искусственную историю формирования квартала можно проследить практически с каждым районом. Ну а у меня тут прям ностальгия по фильму «Не грози Южному Централу». Все эти небольшие одноэтажные домики, тупиковые закругленные улочки и марихуановый вайб. А теперь посмотри по сторонам. Я думаю, ты уже догадался, что это за место. Is it right place like from GTA, you know, Grove Street? This is it? Yeah, exactly. And is it safe around here? Yeah, it's pretty safe. Yeah, it's
don't have the, no real Нихуя у него дом. Like, not like it used to be years ago. Not better than where it used to be. Бля, не знаю, не знаю. Я, когда мы с Шевцом туда ездили, по-моему, да? И нам таксист сказал, что типа мы больные на голову, что едем сюда снимать какие-то видосы. Вот, нас таксист туда привел, говорит, спрячьте телефоны, все вообще свое оборудование. Я бы вам вообще не рекомендовал здесь гулять, это очень опасный район. У вас тут спиздят все, вас застрелят. Зря вы сюда приехали, вы больные, типа, какие-то, блядь. Ну, короче, он нас так это, нормально напугал. Вот. И мы ходили, ссыковались, короче, но в итоге ничего не произошло. Самый дом Си-Джея. Да, тут немного все поменялось, потому что события GTA San Andreas происходили аж в 1992 году. И здесь ходила бы банда Grove Street, если бы существовала в реальной жизни. Но на самом деле самый страшный район Лос-Анджелеса не Комптон, а вот этот, где я еду сейчас. О, это мой любимый район, кстати, реально. И название ему Skid Row. Вообще, этот райончик считается едва ли не самым неблагополучным во всей Калифорнии. Палаточный городок для бездомных, он же долина бомжей. Называй как хочешь. Конечно, живут тут и обычные люди. Например, в этом же районе жил Лил Пип. И где Кого? Он спрашивается сейчас? И как ты так знаешь, пошло-поехало, что этот Чё он там забыл? Район стал разрастаться. И сейчас это уже не одна-две улицы, а около целых 50 городских кварталов. Прикинь? Тут все время были стычки между полицией и бомжами, и СМИ трубили из всех источников. Не помогайте этому классу, это преступление против общества. То есть всех здешних жителей подписали под маргиналами отщепенцев. Конечно, не все, но многие именно такими и являются. В Америке есть такое понятие, как homeless dumping. Это когда службы экстренной помощи выставляют бездомных и малоимущих на улице, потому что лечить их дорого. И в одно время многие частные клиники таких люмпинов высаживали как раз таки в Skid Row. Ну а если бомжи тебе вдруг надоели, то можешь поехать в Диснейленд. Диснейленд в Лос-Анджелесе — это... Я там был. Самый первый, а значит и самый трушный. До этого я видел его разве что только во вступительной заставке диснеевских мультиков. И вот я хотел закрыть этот детский гештальт. И ломанулся к аттракциону, предвкушая адреналин. А потом час простоял в очереди. И нет, это не шутка. Я правда стоял в очереди один час. Для таких людей там есть билеты особенные. Так и называется, билеты без очереди. Там есть обычные за 100 с чем-то, а есть типа VIP. Они 200 с чем-то стоят. И тебе не надо стоять один час, ты просто сразу проходишь. Там, типа, на каждый аттракцион два входа. Один обычный, другой, чтобы быстро пройти. Все. И так почти на каждом аттракционе. Но зато вот сам Диснейленд огромный. А еще вокруг... А так, да, там людей много, да. Вокруг парка проходит железная дорога. А там, типа, очереди нет? Нет. Тот, который подороже, нет. Потому что там людей мало, не все... могут себе купить билет подороже, поэтому там нет очереди. Просто сразу проходит с людьми. Ну там есть люди, но далеко не так, как на обычном билете, блядь. Да, и можно проехаться, все рассмотреть и решить, где ты готов простоять в очереди час. Ради колеса обозрения или ради американских горок. Вот. Катался на чем-то. На Гарри Поттере. На Гарри Поттере. Потом на Симпсонах, по-моему, или что это было, уже не помню. Ну там они не то чтобы какие-то жесткие аттракционы были. Ну не на члене Гарри Поттера, а имеется в виду там это самое. Гарри Поттеровский этот замок, блядь. И там типа садишься на такую херню. И потом вот так вот ездишь там. Ну там не сильно, но нормально. И на тебя там всякие монстры прыгают, короче говоря. Ну вообще прикольно, да. Мне понравилось. Вот железнодорожный вокзал, где снимался «Поймай меня, если сможешь». Только интерьер переделали под Банк Майами. А в «Темном рыцаре» из него сделали здание суда, где Томас Шелби, ой, простите, Киллиан Мёрфи, судил... Ой, простите, Алексей Губанов. ...всех, кто был против Бэйна. В «Даунтауне» с этой вот башни ты мог с ветерком прыгнуть с парашютом в той же GTA. А еще тут есть красивейший тоннель с бомжами. А я в реальной жизни прыгал там. Где была погоня в Нос, парашют. В том же «Темном рыцаре». Нихуя. Лос-Анджелес — это город мечтаний и амбиций, и он действительно может сделать тебя самым счастливым человеком на Земле.
но в то же время он может... И самым бедным у тебя нахуй может сделать. И заставить тебя выпрыгнуть из гостиничного номера. И как сказал тот же Эштон Кутчер в одном из своих фильмов... Знаете, почему залы отправления и прибытия в Лос-Анджелесе на разных этажах? Чтоб 30 тысяч сердцеедов, которые приезжают каждый месяц, не видели 30 тысяч, что уезжают с разбитым сердцем. Но дело-то не в городе. Город в этом не виноват. Ведь город — это просто стены, дома, светофоры и дороги. Город — это магазины, цены, очереди, банкоматы, офисы, бездомные и парки развлечений. Город — это то, что ты ожидаешь увидеть. Если человек, прилетая сюда с широкой улыбкой, ждет, что город этот его так и встретит, то поверь, Лос-Анджелес именно так его и встретит. А если же он ожидает увидеть здесь бомжей, высокие цены и пробки, ну что же, таким же будет и ответ города. Ну а мне пора двигаться дальше. Лос-Анджелес, я обязательно... Ну и нахуй это видео посмотрел. Я таких видосов про Лос-Анджелес уже целую кучу видел. Вон, Шевцов записывал. Я думал, здесь что-то уникально особенное будет. Все то же самое. Классно, круто, прекрасно, красиво. Ну, я и так это знал, я и там был уже. Нахер я это вообще посмотрел, блядь. Ну ладно. Окей. Пусть лучше про Нью-Йорк запишет. Ага. Ух ты, ёб твою мать. Чё-то у него тема... Кладмен. Я это смотрел, когда это было. Что-то я не помню, у него тема про наркоту, и тут бац, Лос-Анджелес. Неплохо. Ха. Не, ну, неплохая реклама Лос-Анджелеса получилась. Желающих переехать в этот город стало еще больше. Желающих перебежать мексиканскую границу в США стало еще больше. Что ж, ждем. Приезжайте. Приезжайте. LA нужно рекламировать? Не поверишь, да. Я знаю лично здесь. Был у меня товарищ, друг, жил в Нью-Йорке. Посмотрел он видео Шевцова и переехал в LA. Реклама сработала. Поэтому реклама нужна даже тем, кто здесь живет. Вот. А в Нью-Йорке он жил 12 лет. А тут посмотрел, значит. Ну как посмотрел, он и так планировал, как бы хотел, но все время мялся такой, типа, ну я не знаю, стоит, не стоит. Я ему говорю, окей, вот смотри, я тебе сейчас кину ссылку на видео Шевцова. Оно как раз тогда вышло только. Посмотри и сделай сам выводы уже, хочешь ты или нет. Он посмотрел, на следующий день уехал. Блять. Ой, сука, я вообще в ахуе, блять. Вот так вот. А я здесь сижу, блять. Остался. Вот такие вот дела. А как же контракты на год? А у него не было контракта на год. На хату. У него как раз он заканчивался, и он думал, что делать, продлевать? И оставаться здесь. Или переезжать. Ты тоже хочешь в LA? Конечно. А еще я хочу стрим закончить, все. Кто не хочет в LA-то, ё-моё.